помилуй нас. Отче наш, Иже, на небе сей, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам здесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем долгов наших. Не веди нас в искушение, да избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. За молитву Пречистой Матери Всесвятой Твоей, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милости будь мне грешному, создавай мне, Господи, помилуй меня. Лично Твое согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Сегодня у нас, наверное, уже 29-е. Да. Так, как работали? Ну, к Андрею замечание. Опять Андрей, ну-ка уходи. Работ... Как бы избрал какую должность, что тебя долбили и долбили, ты еще добиваешься. Ну, один раз я тебя просил, два, три, но ты каждый день это делаешь. Вот какой в тебе уже сейчас, ты еще маленький. А вот когда вырастет, пьяница, валяется, грубиян. Ну как он рос? Неужели с ним не было людей, которые на путь наставили? Вот наставляю. Это будущее твое, ты такой же и будешь. Друзья будут, алкаши какие-нибудь, драки будут. До 30 лет тебе не дожить. Тебя захлещет сама жизнь. Ну скажи, утром работали, даже на маленьких, ну останьте спокойно. Даже на маленьких девочек нет еще. Вчера подчиняться он не будет. Я поставил старшего, домой повела Ефросине. Сказал, дойдете, скажите Галине Александровне, чтобы она позвонила, что дошли благополучно. Так было? Да. И позвонили, спросил, нарушения были? Не было нарушений, но вперед только маленькая Ксения вырывалась. Этого делать нельзя. Никогда. Старшая сказала одно слово. Все, послушание. Она такая же, как вы, но она показала, что она самостоятельность. Тебе, раз ты вырываешься вперед, я тебе не доверю старшей быть. В чем дело? Работал плохо? Работал, и обкозник дрова ломает постоянно. Сколько раз замечаний? Вот, а ломать это, ну обкозник, зачем ломать-то? Это же не бульдозер, что прошел, переломал валежник или там. Ну ты знал, что это неправильно. Зачем это делал? Понимаете, ты речистый, все, здесь ничего нет. Я подтягиваюсь 7 раз, 8 подправил. Правильно, но ты подтяни себя внутреннего человека. Вот заметь, когда мы собрались ехать по Теряевку в лагерь, встань, не шевели ногами. Ты уже в это время, все на качелях качаются, ну у нас там на ползунова. Он отдельно сидит, башлыком задвинулся, вот как Виталий, тут все, башлык на голову. Что ты скрываешь? Тебя все равно жизнь обнаружит. Я тебе сказал, иди качайся вместе со всеми-то. Тимоша, штанину заправь. Ну кто за тебя будет делать это? Ну ты привык, чтобы тебе шнурки завязали до 20 лет. Ты уже надулся опять. Я сказал, мы не уехали, я тебя отправлю домой сейчас. Я видел, что ты не такой. Я маме сказал, Андрей не слушается. В прошлом году полез на березу, где не разрешено было. Обернулся ты. Это Кирилл. Что? Это Кирилл я был. Я был. А это ты был? А, ну виноват тогда. Кирилл был. Кирилла другое дело. Замечаний вообще нету. Слово сказать тебе, сегодня ты отдыхаешь, если тебе нечего делать здесь, мы будем на этом пруду. Ты можешь прийти, не помогать еще, быть рядом, где-то съемкой заняться, чтобы тебе не томиться. Он сегодня до обеда не работает. Он вчера 3 часа там отработал после обеда. До обеда, как все, работал. Мы все учитываем. Что будем делать? Понимаешь, я знаю, что за этим еще что-то будет. Ты будешь кидаться, драться. Это грех, он ниточку тянет. Если ты его не отрезал, он будет тянуть и другое. Ты будешь хамить, безобразничать, материться, что угодно. Давай мы решим дальше. Я тебя спрашивал, тебе охота домой ехать? Ты так все делаешь, что тебе замечание наконец надоело, я тебя отправлю. Это самое большое наказание, без права приезжать. Но и таким я оставляю лазейку. Если ты ходишь в церковь, и будет ходатайство 2 священников, скажут, Андрюша исправился, он, его можно взять в лагерь.
Я все время оставляю какое-то окошко, куда можно было бы смотреть. Мне больше заниматься нечем. Ты сам реши. Иди сейчас вон туда, встань, не мешайся нам. Я обдумаю, что ты скажешь. Я тебя первым транспортом отправлю в Барнаул. Вот здесь, стой. Вот стой здесь. Вот никуда не заходи. Вот там повернись и думай. Если в лагере хочешь остаться, останься, не безобразничать. Вам понятно? Да. Так, Тимоша, иди сюда. Папа говорит, что на тебе какое-то ХБ. Я даже в это не разбираюсь. ХБ. И все одеты в куртке. Ну кто все? Вот он. Он сгнил. Он не понимает, что это вредно. Ну я в рубашке в одной. В рубашке. Я Тимофею говорю, одень, может быть, тебя кусает. Нет, не кусает. Ну не чешись тогда. Папа в Москве, и все видят по всему миру, что он чешется. Значит, его наказали. Вот они в курточках, им нравится. Ну пускай, вот они. К себе только не прижимайте, не заморались. Я тебе сколько раз говорил, надень. Тебя... Ты почему не надевал? Жарко? Ну сверху еще надеть куртку, чтобы тебя комары не кусали. Или какая-то там поддевка, он что-то говорит, под низ, там, шерстяная там или... Тебе охота надевать их? Да. Ну надевай, а почему не надеваешь? Ну сейчас, допустим, комаров мало и... Ну он сам решает, он разумный парень, он не глупый. Он не может подтягиваться, но рассуждать он может. Рассуждать того, что его не касается. Такие люди, как правило, нуждаются в помощи. То есть нигде не отставай, ни от кого. Войди в этот коллектив. Коллектив-то верующие все. И Степа верующий. Но в запущенном состоянии. Он добрый. Но он не понимает, свое чужое. Залез на кухню и своровал магнит. Своровал. Твой магнит, да? Да. Да. Его нашли? Нет. Как, да, но он на кухне лежит, на кухне. На кухне лежит. Не забудь, когда уедешь. Папа говорит, он к 10-му будет здесь. И у него есть намерение выехать оттуда. Но у него, говорит, у меня нижний позвонок там свихнутый, говорит. Потеряевки, я себя не мыслю. Но в Барнауле может остановиться. Так что ты можешь постоянно среди нас быть. Ты понял? Понял. Понял. Вот сегодня выставил я, которая здесь полиция была. Уже все закачали. Сейчас 39 минут. Один ролик. Это не два, не две минуты. И там как ты отвечал? Я сказал, Тимоша отвечал так, что дай бог взрослым так отвечать. Совершенно разумно, четко на вопросы отвечает. Так было? Да. Да ты никак не погрешил. Значит, что тебе надевать надо, ты надеваешь. Мало комаров, много. Это рассудительность. Надевать на тебя я не буду ничего. Шнурки, когда болтаются, штанина наружу, это я подскажу. А что на тебе надето? Ну, лично надето, балонь. У нас по уставу написано, балони не было. Балони вот эта, которая на нем. На костер не ходить, одна искра и прогорела. Она не дает дышать телу. Телу не дает дышать. Надо провитаминиться, разные зелени нам все дают здесь. И ягоды. Что тебе надо-то еще? Давай, чтобы не было замечаний. Чтобы папа порадовался. Переговоры ты больше не будешь вести ни с папой, ни с мамой. Потому что одно зло получилось. Каждый день ломятся все. А сами вроде живут. Неизвестно, где мама и как, что с ним. А теперь прямо она не может. Месяц один, ей надо все. Его тут хлещут крапива и то другое. А милиция отвечает, говорит, никто меня не трогал. То есть вранье. И зачем я ей буду давать? Она его побудила фактически к засвидетельству бы. Но он не пошел на это. Благодарю тебя, Тимоша, что не сказал ничего лишнего. Так. Подходят ко мне, Сеня, нам пилить надо бревно. Вот кто послушает, бревно. Ну вот это стоит слега, палкой можно назвать там или бревно. Бревно это уж никак не меньше 20 сантиметров там еще может быть. Так, встаньте рядышком. Я не знаю, кто она, Софья, Мария. Соня. Встань рядышком. Соня. Никуда не отходи. У нас сегодня прекрасный день. Вчерашний день был необыкновенный. Мы за один день закончили Рыжковский пруд. Ну, а там мелочь осталась. Так, ты не узнала, что означает имя Леонида? Узнавай. Я скажу, когда ты скажешь, не могу найти, тогда я скажу. Скажу житие там, что можно. Я хочу, чтобы вы начинали работать. Сегодня у меня не работал интернет, нет доступа к сети. Нашел телефон? Где он был? В келье. В келье. Я ему раз за разом даю сигнал. Если я ему дал сигнал, он мне звонит, благодарю, то
значит, у меня не ладится. Вот смотри, вот телефон, и вот так вот его ложить нельзя, почему он скользкий. Только наклонился, он выпал. Нужно обязательно мешочек. Есть такие мешочки, делает, вот так, веревочка потянул и затянулась. И веревочка привязывается за петельку. В лесу работали, у меня так было. Я лежу, болтается, все, потерял бы. Андрей Дропот, часы. Зачем ты берешь их? Ну, вот так. Ну, где они у тебя? А вот они гладкие. Приходит. Нету где. Во. Сам себе показал. Все, и нет, по сегодняшний день они там где-то идут, и идут, и идут, видать. Заряжаются от комаров. Когда говорят, надо прислушиваться. Телефоны, какие-то маленькие тряпочки, шейте мешочек. А материя, она не может так скользить. У ней торможение есть. И пуговка. Понятно? У меня было один раз. Фотоаппарат не застегнул. Ну, хороший фотоаппарат у дяди Вити он дал мне. Я у голубей. Ни раньше, ни позже. Наливаю голубям. Только тазик налил, он у меня на боку выпал, ударился о пол, подскочил и в тазик. Это нарочно не придумаешь. И сколько не отдавали мастерам, все пришлось списать в мусор. А для хозяина купить новый. Я ему, он не надо, да ладно, то как не надо? Я его испортил, моя вина, я ему сразу купил новый фотоаппарат. Так, что, выходи. Ты лишний раз не подходи и гляди, что делается. Бревна мы носим, он туда сунулся. Давай. Знаете, как? Да. Вы правильно говорите, что в мешочек надо телефон. Вот видишь, мешочек заговорил. Так. Так, минут. Говори. Да, звонили, сегодня 2 часа. Катя приезжает. Ну все тогда, вопрос снятый. Подумайте, как ее отправить я сюда. Ну, сообщите. Ну, подумайте, тут вопросы, может, Виктор Николаевич. Ваши надо, значит, там взрослые. А то мы-то там не будем. Все, с Богом, благодарю за внимание. Юля позвонила. Катя едет. Кузникова это, Тугинка. Хорошая девушка, приняла здесь крещение. Отпросилась, кончила там, получила диплом. Видите, как люди знают. А сама маленькая ростом такая он. Ну, совсем, да не, небольшая как бы. Ну, еще дальше. Потому что дядя Леша... Тихо. Это мне не надо. Не надо, потом. Время тратить. Значит, иногда просят собачку. Вчера ничего не могу сделать. Дал собачку, а у нее цепочка. У нас там отработка. Она бежит, цепь зацепила. Для нас драгоценность. Это сказал, на дамбу не заводить. Лезут и все. Уйди, Андрей дал. Андрей, уйди вон туда. То скажи, ты бежит куда попало. Здесь не могу отогнать. Ну уж тогда Ксению. Большая Ксения у нас. Или Ксения первая. Ну уйди вон туда на бугор где-то с собакой побудь. Кое-как отогнал. Несем бревна, с собакой под ногами цепи путаются. Ну не может быть, чтобы человек такой глупый был. Это кто-то толкает же вас по такую беду. Вам понятно, нет? Вчера смотрю, Андрей один идет без головного убора. Я остановил там, на скворечнике. Куда? А я вас ищу. Меня, Андрей, один. В первую очередь, по одному нигде нельзя ходить. Запомните, нигде. Вот были вы-то у Надежды Васильевны. Она говорит, ну ты сбегай, не один. От Надежды Васильевны только через скворечник и только втроем. Даже не вдвоем, втроем. Ну, что-то срочно, такого может и не быть. А лучше отложить. Скажи, нам запрещено уходить. Без головного убора за стан вышел, один горящий. Один пошел искать. Маленько время прошло, кто еще попался мне? Тарасик, кажется, ты? Я говорю, а ты еще здесь делаешь? Я не расслышал куда. Ну, иди к Надежде Васильевне, наконец я понял. Он отстал от них, надо посылать его не туда, а надо посылать туда. Догоняй тогда, беги. Так было? Я от них не отстал. Ну-ка, подойди, разрези мне, что-то я недопонял. Я от них не отстал, просто хотел с ними пойти. Не понял. Он с ними просто хотел пойти, так, они уже ну, они ушли. Где уже? Ты от тебя ушли? Да. Ну, а почему ты один? Я вышел, ну, идет Тарасий один. А что ради один-то? У нас не положено. Эта мера предохраняет. Мы не раз видели чужих людей, которые за кустами стоят. И что дальше будет?
А двое во все стороны, беги и кричи. Да кого кричать-то, тут рядом все. Мы минуты, не минуты, секунды вас одних не оставляем. Нигде. Ну, 45-й год. Бог милует. Ну, такая крохотулька его в карман, говорит, засунь и увози. Никому не подходить, ничей транспорт нигде не садится. С чужим не разговаривает, выстави на пить. Соня, становись. Что ты спиной стоишь? Мы сделали снова повторение, еще нету. Закончится сейчас, кто тут старше остается. Мы уйдем без тебя, а лучше бы с тобой уйти. Потому что там, ну, вот здесь рядом будем работать. Ты, если нет, то когда переносить бревна будем, а шкурят они их, то ты подойдешь. Ладно. Без тебя мы никуда. Не смотри, что маленький, богатырь. Так, у меня просьба к детям. Вы не знаете, чего там помолиться о сестре нашей Наташе. У ней печальное сердце, и чтобы Господь ее успокоил. Успокоил во Христе, чтобы довериться тому, что есть. Вот вчера у меня телевизор, этот компьютер работает позавчера. А почему он у меня сегодня не работает-то? Я к Никите. Никита ушел. А мне что, я все сделал, надо помолиться. Меня интересует, почему именно сегодня? Чем мое утро было не такое, как вчера? Он мне звонит, а я уже на ногах. Сегодня у меня ночь была, я не пойму, почему бодрствование. Ну и время еще есть. На один час остался до подъема. Уснул и не слышал, как звонит. Ну и немножко проспал. Проспал? Теперь надо в эфир выходить. Ладно, думаю, псалмы не буду сегодня считать. То есть я сократил моление, я на это. А Господь говорит, ты сократил? Я как бы так, Господь говорит, ты хотел скорее, ну вошел? Не вошел. Я переключаю туда-сюда, нет. Ты больше потратил время. И я понял, прости меня, Господи. Никита-то ничего не знает, он там знает, как мастер, все. А я в это время, ой-ой-ой, Господь меня как любит, да как он показал. Я хотел быстрее войти, а раз проспал, надо быстрее, я сократил. Не получилось. А на будущее никогда этого не делать. Ради какой-то определенной цели. Именно на этой цели меня Бог и поймал. Я от Бога это принимаю, поэтому это идет на учение. И он-то еще, ну, дал сигнал, это означает, не надо тоже давить, чтобы... Но он за кухню забежал, нету, а когда ты видел? Утром у меня он был. Я звонил, правда, а где? Не знаю. То есть все одно к одному, чтобы он не слышал, я пришел. Они идут. Молиться пошли, я уже оттуда видел. Я вышел, Никита, он обернулся. Ну, обернулся, значит, идет. Я тогда пошел, встал, стоял, нету. Вышел, а мой дорогой Никита стоит там, снимает или что-то. Там во второй раз кричать. То есть Бог мне накладывал и накладывал потерю времени. Я не выгадал ничего. Я едва-едва сегодня пришел сюда. Вот как дело-то идет. Лоточки. Ох, мои тельги. Игнат Тихонович, проще нет платочка. Ну, побежит. Мое отношение. Тебя кто-то ворнул уехать раньше времени? Не надо головой крутить, я не люблю это. Да или нет? Нет. Нет. Слушаться будешь? Становись, вопрос решен. Игнат Тихонович, сегодня у нас Тимофей заплакал, я не знал из-за чего. Потом мне он сказал, что его за нос Степа вот так закрутил прям. Кто? Степа. Он сильный ему нос. Чуть нос не вывернул. Да. Кому? Тимофею. Вот из-за сюда. Этого заплакал. Было это? Да, было. А все с чего это такое? Щекотило новый растет? Зачем ты это сделал? Как, вот так вот вывернул? Нет. Ну давай, поворачивать буду. Ну как? Какие? Хороший? Сопки-то текут, прям руки вытирать надо. Зачем ты это сделал? Я спрашиваю, зачем это сделал? Значит, 7 горячих. Сегодня же я тебя накажу. Там. Зачем ты? Значит, кого? Тимошу? Близко к нему не подходить. Если вот этот метр называется, ближе метра, если подойдешь, я тебя сразу накажу. Запомнишь? Зачем ты сделал? Объясни мне. Нашел слабее себя. Вот а? Нашел слабее себя. Слабее себя нашел? О, да тебе ли этим заниматься-то? Тебя бережем, ты из-за чего в барокамере вырос-то? Сколько ты труда, чтобы тебе жизнь Бог дал, а ты теперь на чужую жизнь посягаешь. Куда тебя поставить? Она на коломне стоит? Да. Рядом. Стой рядом, не на шаг назад.
Благодарю, что сказали. А почему ты с ним сразу не подошел? Папа, сегодня я папе это скажу. Ну, подойди, Тимофей. Не больно. Покажи, как ты делал. Вот так у нас. Убрал со всей силы. А зачем? Я спрашиваю, зачем? Сатана. Больше ничего нельзя сказать. А где это было? А когда мы кладу начали назад нести. Вообще, даже вообразить нельзя. Верующие родители. Что из тебя прет? Так. Я тебя накажу. Стоять на месте. Помолитесь. Сейчас пообедаем, и я с тобой расправлюсь. Становись. И поеду сразу к родителям. Ты не думаешь, что так тебе-то сойдет. Тебя Господь будет наказывать еще больше. Изо рта эту железку не вынимаешь-то. Вот это же необъяснимое явление. Только дьявола это. То, что не можешь ты. Безбожником растешь, может быть. За стол. Показали. Это дудочка. Так, садимся. Разговоры прекратили. Соня. Прекратить. Значит, порядок такой. Сейчас мы поедим, у меня времени нету. Мы со Степкой бегом к родителям. Я при родителях его накажу. Чтобы они это увидели, знали, он сказал. Это необычно быть, такого еще ни разу не было. Притом родился, потеряете. Так враг не оставляет. Молиться надо. А ты уже залез на воровстве и на этом попался. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Ну-ка, плохо крестишь-то, как попал. Ну-ка снова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Она руку не доносит до плеча. Ну-ка, одна, перекрестись. Чтобы плечо вот так вот, ты его чувствовала. Вот так. Во! Молодец. Так, святой воды. Наконец-то морковка. Вот сколько мы делов тут проворачиваем с утра. Как поедим сейчас, быстро вылазим. Я первый выхожу, ты за мной. И бегом к родителям. Я там с тобой разберусь. И вернешься назад или нет, еще неизвестно. Ужас какой. И был какой-то самый, можно сказать, ущербный в телесном положении нашел слабее себя. А почему ты Кириллу или этому Нестору не крутил нос? Он бы тебя твой отвернул нос. Ты Андрею бы крутил. Он рядом сидит с тобой. Ну-ка, возьми его за нос. Андрей, все? А ну-ка, выйди сюда, проверим. Вот это делает другое. Мы испытаем. Ну-ка, бери его за нос. Как было? Все? Все кончилось. Понял как? Тимоша, учись. Ну-ка протяни руку Тимофею. Отбей его руку. Все. И кончилось. Отойди и сразу кидайся на тебя. Сразу подойди к воспитателю. Мы не можем каждую минуту за вами смотреть. Потому что все верующие. Садись. Молодец. Не бойся. Ну, Андрей, ты натолкнешься, так ползком домой поползешь. В коленях-то расслабишь. Он тебя через плечо кинет, как мусорный ящик. Берите помаленьку, пол ложечки хлебните, отдайте для здравия. Подождите, пока курите, я приду, мне что-то загрузим. А ты отдыхай.
Я забыл даже. Лучше передай, не надо, горячее через голову не неси. Девочка, отнеси маленьким там, дай. Степочка, ты как-то сел на место дяди Володи. Как вы накрыли дети, что ему нету места? Где Володя сегодня сидит? Вот, нет. Через однотипно что полезно? Так, тихо, не просыпьте только морковку-то. Все. Сделай ее еще. Слава Христу.